Что же, перед тем, как начать просмотр реакции, я рекомендую вам заценить отрывочек моей реакции на ходячих мертвецов с Бусти. Ну что ж, вот он. Вот только что сказали, экономь патроны. Нет? Бам-бам-бам-бам-бам. Будем бежать палить. Что ж, если вам понравилось, то рекомендую вам подписаться на Бусти. Скоро там будут выходить реакции на новые серии ходячих. Ну что ж, а теперь начинаем реакцию. Всем привет, с вами Лафер. Ну что ж, мы продолжаем смотреть «Даша, подросток, чепушественница», эпизод 2.5, озвучка, дубляж, рус. Ну что ж, давайте начнем смотреть. Ролик является всего лишь пародией на «Дашу, путешественницу» и «Нихайо Кайлан». Все, давайте смотреть. Нихао! Так звучит приветствие на китайском. Меня зовут Кайлан, а это мой друг Ринто. Вместе с вами мы весело проведем время и научимся. А? А что-то случилось? Это типа китайская пародия на Дашу путешественницу. Да, скорее всего, так и есть. Слушай, это совсем не обязательно делать каждый раз. Пожалуйста, еще пару эпизодов. Сожалею, дед, но серии не становятся лучше. Да и не так уж много людей берутся учить китайский. Ну а про ваши рейтинги я уж лучше промолчу. Дедушка, о чем вы говорите? Не волнуйся, Кайлан, все будет хорошо. Тигра у нее заберите. Тигра? Почему? Ринто! Что-то плохое случилось с программой. Дело в Даше. Блин. Да уж, жестко. То самое чувство, когда Дашу это прям бесило, это шоу, а вот она прям вообще расстроилась, потеряв шоу. Да, скорее всего, это из-за Даши, потому что... это как бы очевидно, потому что Даша путешествует, она, скорее всего, популярнее вот этого шоу китайского. Вот, а дедушка прям видно, что он прям очень старался ее, мы вот очень старался, то есть, удержать, но нет. Она моя подружка, я могу поговорить с ней, если хотите. Ничего личного, девочка, но проблема не в Даше, проблема в тебе. Че там написано? Че там написано? Козел! Эна, козел! Дедушка, да что же это такое происходит? Послушай меня, Даша. Послушай меня, Даша! Оговорился, бывает. Послушай, Кайлан. Теперь нам будет немножко тяжелее, и я ничего не могу с этим поделать. Но ты должна быть сильной, сильной как лев. И что бы с тобой ни случилось, знай, что я всегда буду рядом, Кайлан. Слышишь? Ты не слышишь. Слышишь меня? Ты слышишь меня, нет? Проснись и пой, кобыла. Ни хрена не оборзевшие. 10 минут тут стою, ору, это нормально, ты считаешь? Из-за тебя, дура, в лабораторный класс попасть не могли, теперь контрольную завалим. Да, скорее всего, так и будет. А я тебе говорил, что не надо оставлять ее тут одну. Да я же извинилась уже. Извинилась она! Лучше бы ты подняла свою жирную задницу и пошла в другую школу. Жалкая китайская подделка Даши путешественницы. О-о-о, зря! На нахер! Она что, убила его? Я не удивлюсь, если да. Блин, прикольно. Да. Дедушка, ты что тут делаешь? Ни хрена себе! Я хочу это еще раз пересмотреть. Дедушка, ты что тут делаешь? А ты разве не должен быть на работе? Ага, а ты в школе. Мне позвонили, учитель уже сказал, что ты натворила. Сядь, отдохни. Я пойду чаю тебе заварю. Доброе утро, товарищи. С вами снова мы и свежие утренние новости.
Нельзя себя так вести, Кайлан. И скольких скол тебя уже отчислили? Я уже даже не знаю, что и думать. Ты должна научиться себя контролировать, Кайлан. Мы уже столько раз... Мне очень нравится на фоне новости бла-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 
гостям. Наша любимая путешественница снова возвращается. Чего? Даша подросток путешественник. Чё? Это новый проект с полюбившимся всем персонажем. Что? Что она сказала? Но ожидается уже в следующем что? Году. Что? Что? Умоляю, Даша, моя семья сейчас очень нуждается в деньгах, и я готова сделать все, что угодно ради этой работы. Но я вряд ли смогу тебе чем-то помочь. От меня ничего не зависит. Ты просто никому не интересна? Не интересно? Да, вот это поддержка. Я ничего не сделал. Тебя же просто не любят. Тебе... Я думала, это не имеет значения. Я думала, важно то, что мы друзья. А ты знаешь, как будет выход на английском? Ексит? Не поможешь мне найти его? Вон там? Именно. Ну все, мне пора. Бай-бай. Вот сука, Даша, ну ты вообще охеревшая. Ой, не уходи. Дашка. Сучка. Кайля. Даша. Ох, чувствую, даже не сладко придется в следующем эпизоде. Ой, то у нее и так каждый день херово, сейчас еще появится Кайлан, и все, и махач, махач просто. Хотя, скорее всего, она ей морду набьет. Ну что ж, с вами был Лафер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и подписывайтесь на Бусти, там и выходят реакции на ходячих. В начале, кстати, ролика я специально вставил рекламку, чтобы ее посмотрели. Вот, с отрывочком. Ну что ж, всем покеда.